Можете покажите, как вот, Да. как эта звезда выглядела? Это надо на песку, да, я покажу зараз, вот сейчас. Ты, может, в блокноте нарисуете, не? Давайте. Ну. Ну я... Во. Давайте карандаша. Во, ручка. Не. А я здесь пришел? Да. Да. Ну, я так в малом виде, правда. О. Вот так. А тут? Вот так. И сколько таких рогов? Вот так, это сколько помешалось, понимаете? А что, четно или нечетно? Да. Четно, ну, 7 штук там, тебе могло быть 6. Можно, сколько лезет вот так вот. Ага. А тут такая, это залипали такой бумагой. Ага. Это, а тут такие коники, ага. Зверики и круглые. Вот так она. О, а тут крутилось, и они бегали. И вот в окно наставили уже эту звезду. А там именно, да? Свечу, а там свечу в середку, ага. Запалят. И все видно, там этого, и коники-то сюда, ага. Бегают. Положение идет в этот, и все. А с чего вот это вот робили? Это с бумаги. Все с бумаги. Все с бумаги? Да, все, клеили, это, клеили. Поклей назывался, да? Який картошка была, да, вот. Да, что-то еще замешивали, да, вот замешивали, да, клей. А який тогда клей был? Ну да, картошка. Да. И мука, может. О, с мукою, картошка с мукою. И вот, да, заделали, да, засохли. Это все с бумажной. Ага. А только осов деревянный. А, все ж таки деревянный, а, вот деревянный вот самободочек, обруч, обруч. Да? Обруч. Ага. Вот такие, а все, это в сиротке. А уже, ага. Обручи, и роги. Вот и только были это деревянные. А, роги деревянные. Да, деревянные роги и все. А обклеивали потом бумагой. Ага. Вот так. А вот так. Сказал ваш младший одна шляхтянич, так что это Баклей звали эту звезду? Да. Баклей? Баклей, да. Батлей, да? Батлей. 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 Это смотри, у нас звезда звали, а это сошни Батлей. А где-то там еще какой-то, это в каждом деревне по-иначему называют. А, так Батлей это сошня, у вас просто она звезда. Звезда. Да. Ага. А якого вот цвету вот это была бумага? Что бумага, ну все, вы знаете, что это, ей так потом этим таким жиром обливали. Ага. Так вот жир прочистился, понимаете, и там все, особенно у этого. Вот фронтон, вот этот вот, что заклеился, ага. Так жиром поливали. Она просидела, была крепкая, она, так то говорится, да. И же было видно, эти все, это, там, то, это, какие рисунки были. Ага. Вот. А кого там вырезали, какие фигурки? Это животные, медведя, оленя, вот таких диких животных, волка, вот таких медведя, кто что мог, кто приносил, uh-huh. И кто подбирали уже, значит, uh-huh. то лучше нарисуя, там, вырезали, да, вот такие. Это же звезда, она тяжкая, это и мужчина тримал, хлопец, те кто? Это мужчина, она легенькая. Легенькая? И легенькая, она, кажется, такой, она такую небольшую делали, але она легенькая, так. Uh-huh. А что там вот пели, какие песни? Пели, это... На вороде стало, это Коляда, угу. На вороде стало, Рождество Твое, Христе Боже, пели. И польскую струд ночь чище, глоси на расходи, станчий подстыже, бухтин вам рынзи. Чем принцессе выбирайте, дубы клея, поспешайте, пшиви тот спана, пшиви тот спана. Вот такие. А откуда эту песню польскую ведали? Да, а тут уже поляки жили, тут уже, у нас и школа была, уже учили по-польски. Угу. Вот мой батько кончил, и отец мой. Это 2-4 класса в польске кончил. Так это со школы ведали эту песню? Да, это со школы. Это же батько научил. Пели нас, да я до сих пор помню крохи. Да. Угу. Не всю, але крохи помню. Угу.